Сегодня в ходе двухсторонней встречи глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов поздравил Аслана Озова с ответственным назначением. Глава региона отметил опыт и профессионализм нового руководителя в вопросах социальной поддержки граждан в качестве руководителя фонда социального страхования по республике. Сегодня мы встретились с вами по поводу состоявшегося приказа председателя Фонда пенсионного социального страхования Российской Федерации Сергея Александровича Чиркова о вашем назначении на должность уже объединенного фонда. Две структуры слились в одну такую достаточно очень серьезную, мощную структуру. Хочу подчеркнуть ваш опыт в этом направлении. Уверен, что все те нововведения и новшества и то, что наш президент принимает решение о повышении социальных выплат и о увеличении той категории граждан и семей с детьми, и конечно, индексация пенсий. Я думаю, что это будет под вашим личным контролем. Уверен, что вы, как и прежде, с этой работой будете справляться. Спасибо. Поздравляю вас. Я постараюсь ваше доверие оправдать. Как вы сказали, все, что связано с жителями нашей республики, со всеми выплатами, будут производиться вовремя, в полном объеме. Я вам даю слово.